Всем здравствуйте! Я представляю вам новый видеоурок по детской прическе с лентами. Прическа веселая, разнообразная, ленты можно взять любых цветов, можно одноцветные. В принципе, можно косу заплести вообще без лент, использовать любые другие косички, которые вы умеете плести. Хорошо расчесали волосы и отделяем зону. Делаю немножко симметричное, можно сделать симметрично, как вам нравится больше. С одной стороны, как бы ухожу за ухо, а с другой стороны, перед ухом вывожу свой пробор. Асимметрию делаю специально. И собираю волосы в хвост. Хвост креплю силиконовой резиночкой, можете взять другую, если вы не будете бантики завязывать, например. И теперь мне нужны три ленты. У меня три ленты, у вас может быть больше косичек или больше лент, которые я прикреплю силиконовой резинкой к хвосту, чтобы ленточки не повылезали, я на кончиках завязываю такие узелки. Можно оставить более длинные хвостики и завязать сверху, например, бантики уже из этих лент. Но я решаю делать так, потому что длины не хватит у меня на бантики. Вот я закрепляю силиконовой резиночкой таким образом, чтобы узелки остались снаружи. Фиксирую, то есть они как бы сверху над резинкой, соответственно, никуда лента не вылезет, главное, чтобы резинка не лопнула. Поэтому можно две резиночки закрепить. Все закрепила, подсунула, там сверху у меня еще будет бант, поэтому не будет видно ничего. Делю хвостик на три части, примерно равные. Две части пока откладываю, из одной части начинаю плести. Плету четырехпрядную косу с лентой, одна из прядей, в которой лента. Разделила на три части, крайняя прядь идет на прядь под ленту, на прядь. И теперь с противоположной стороны уже прядь прошла под прядь, на ленту под прядь. Плести можно любую другую косу, можно заплести обычные трехпрядные косички. Любые, какие, в общем, вам нравятся, какие приходят в голову. Я плету четырехпрядную, мне кажется, она очень удачно для этой косички, для этой прически смотрится. И проплетаю. Проплетаю с запасом, потому что потом у меня будет направление, нужно, чтобы у меня красиво эти косички лежали. Прикидываю примерно, где у меня будет хвостик следующий. И с запасом проплетаю, фиксирую. Либо заколка, либо резинка, если у вас все-таки детские скользкие волосы. Заколка может слететь, поэтому лучше резинку какую-то временную, не очень тугую закрепить. Следующую беру часть волос и проплетаю снова четырехпрядную косу, одна из прядей, в которой лента. Ленты можно взять совершенно разноцветные, можно одноцветные. У меня ширина ленты 12 мм. Как отмерить длину? У меня есть целый видеоурок на канале. Посмотрите, как отмерить длину ленточки. Это у нас четырехпрядные косички, поэтому здесь берем примерно полторы длины, даже чуть меньше, потому что банты из них я не завязываю. Вот я закрепляю сразу бантик на верхней резиночке, иначе потом будет неудобно под него подлезать. Они будут прикреплены, убираю, пока откидываю косички. Еще одним пробором делю примерно пополам оставшиеся волосы. И фиксирую, увожу этот хвост сильнее вправо, максимально вправо его увожу. И также фиксирую силиконовой резинкой. Спускаю косички вниз, беру еще одну резиночку силиконовую и еще одну резиночку силиконовую. Все три косички я фиксирую уже к хвосту. Конечно, можно сделать это все за один раз одной резинкой, но так удобнее, коса получится опрятно, особенно если у вас не очень большой опыт в плетении, так сделать удобнее. Проплетаю, подтягиваю, смотрю, чтобы у меня косички хорошо легли и расплетаю хвостики косичек, расплетаю до основания хвоста. Поднимаю ленты наверх пока. Расчесываю хорошо хвостик получившийся. Делю его на три части. И буду заплетать также четырехпрядные косички из каждой из частей. Заколкой подкалываю, оставляю одну часть и спускаю к ней ленту. Обязательно хорошо расчесываю. Можно волосы побрызгать водой, чтобы они меньше пушились, если у вас детский волос. Делю на три части и проплетаю четырехпрядную косичку. Для того, чтобы быть в курсе всех новых видеоуроков, обязательно подписывайтесь на два моих канала. Ссылки под этим видео на канале YouTube. Добавляйтесь в мои социальные сети. Ссылки также под этим видео на канале YouTube. Подписывайтесь на мою страницу на Instagram. Всех-всех буду рада видеть. Заплела три косички с ленточками, четырехпрядные. Сделала еще один хвост. Увела теперь его максимально влево. И к этому хвосту также силиконовой резиночкой креплю три косички. Обмотала основание хвостиками лент, то, что остались, обрезаю, завязала их вокруг, обрезаю и сверху закрываю лентой. Ленту возьмите чуть-чуть подлиннее, потому что тут больше уходит.
получаю красивый бантик. Замечательная прическа готова. С хвостом что можно сделать? Можно оставить просто хвост, можно заплести, можно сделать пучок. Тут уже какая длина, какая густота и какое качество волос у вашей малышки. Прекрасная прическа, ставьте лайк. На этом канале можно писать комментарии, поэтому пишите. С вами была Александрова Эльвира. До новых встреч на новых видеоуроках. Подписывайтесь на оба канала и на социальные сети.